А с другой стороны, Лукашенко, Лавров и Путин. Боже мой, вот это уебушное ощущение, что мы, блядь, выступаем перед какими-то, я не знаю, там, ух-ху-ху, ух-ху-ху. Слушайте, насыпьте там, не знаю, семечек для этих голубей. Да, и вот просто вот представьте, что, блядь, это вот, вот это и есть ваша ебаная республика. И они вас, блядь, встречают. Ну, насыпьте какие-то горы денег, вам прибегут эти рабы, будут чернь бегать под ногами. Ну, это просто пиздец. Ваш мир, это вот эта вот чернь, это параша. И я не знаю, еще люди, которые не разговаривают по-русски, ничего не знают про Россию, просто приехали, они на вас смотрят, какие-то придурки приехали, такие, знаете, какие-то придурки приехали, какие-то непонятная одежда, непонятная обувь, вы вообще другие. Они на вас как, они вас в клетку посадили бы, кормили какой-нибудь пипеткой, не знаю, какой-нибудь, не знаю, там, не знаю, из кишок, не знаю, какого-нибудь там верблюда. Вот вы для них какой-то цирк, понимаете? Вы приехали как цирк. Не они для вас цирк, а вы для них цирк. Вы теперь ниже их плинтуса, поняли? Я говорю еще раз, говорю, что не позорьтесь, не ездите никуда там в Африку, насыпьте вот какой-то корм для голубей, сядьте посредине вот там, где вот они там бегают вокруг вас, на голову себе насыпьте и скажите, это и есть наш мир, вы, блядь, охуительно крутые, нас любят голуби.